Три новейших лаборатории открылись сегодня в САФО. Они расположены на базе Центра коллективного пользования «Арктика». Там побывал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский. В новых лабораториях ученые САФО будут заниматься анализом, экологическими исследованиями, изучать вещества методами нового поколения. Оценив масштаб, Александр Цибульский встретился с молодыми учеными, которые стоят у истоков перспективных направлений в науке. Это позволит в том числе увеличить инвестиционную привлекательность Архангельской области. Точно очень важные, в том числе могут иметь серьезное прикладное значение. Я думаю, что даже попрошу из некоторых вопросов, которые мы сегодня обсудили, касающихся социально-экономического развития, социальной инфраструктуры и управления, бурые водоросли меня очень заинтересовали. Я правда считаю, что это большой потенциал, и сейчас самое время активно этим заниматься, потому что в мире растет интерес ко всем этим вещам, потребительский спрос очень сильно расширяется, и мы здесь имеем большие возможности для кооперации. Напомним, Центр коллективного пользования «Арктика» входит в список 11 ключевых исследовательских научных инфраструктур России. Наряду с такими организациями, как Курчатовский институт, Высшая школа экономики и Объединенный институт ядерных исследований.